Одним из опаснейших социальных пороков назвал лудоманию глава государства. Зависимость от азартных игр загоняет многих граждан в финансовую яму, разрушает семьи, провоцирует преступления и суициды. А с развитием интернета проблема стала обретать черты самой настоящей социальной пандемии, ставя под угрозу будущее всего Казахстана, сказал Касым-Жомарт Токаев. Он выразил готовность подписать в скором времени закон о борьбе с лудоманией. Уверен, что вступление в силу данного закона позволит защитить от этой пагубной социальной болезни наших граждан, прежде всего подрастающее поколение. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить депутатов Мажлиса и Сената за проявленное неравнодушие, оперативную и качественную проработку данного законопроекта.